парочка в самолете. Вот вчера, наверное, кто был там. Просто когда солнце светит, не видно. Гриву вижу, а кто там? Вот, пошел, пошел, пошел. В апартаменты. В апартаменты. Так, посмотрим, здесь я кого-то видела. О, а где? Только, а, вот они, вот они. Так, кто у нас там в елках? Сейчас посмотрим. Не вижу. Вот здесь кто-то в елках. Обиженный сидит. Ага, чук, наверное, да? Угу. Но если я ошибаюсь, то... Вот она, парочка идет влюбленная. Опять. Здесь еще одна. А, вон он. Ну давайте, выходите из-под мостков. Всем пошли. Вот. Вот уж ты забияка, а? Иди уже. Женщина-львица. Иди уже, а, со своей мадам куда-нибудь подальше. Нарушитель спокойствия. Ты сегодня вообще... А их где кормить будут? Их уже покормили. Да? Да, в 10 часов кормишь. Что? Сказали, нет, сказали, скоро кормишь. В час будет кормежка, сказали. В час, час никогда львов пошли, не кормят. В 10 часов утра, вот пошли на тех мостках. Что, пойдемте дальше? Пошли по домой. Нет, пошли дальше туда. Пойдем по кругу, пойдем. Да. Давай посмотрим, если потом... Мальчик. Кто там? Сейчас. Где его мордаха? За елками не вижу. Видели, их уже вон они. Не знаю, или... Или Олежка, или Чук. Ты возвращаешься, да? Так, мадам, ты опять провоцируешь, да? Больше места в саванне нет, только залезть на этот косогор. Каждый раз убеждаю, что львица еще хуже, чем львы. Провокаторша. Дейл, а ты хулиган стал вообще, конечно. Я не ожидала от тебя такого. Вообще не ожидала. Всегда был таким благородным, в моем понимании. Опа. 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 Самолет, что ли? Или накормишь? Там еще кусков мяса столько осталось. Они все в любви. Опа, в апартаменты. Следующая пара. А вы говорите, друзья, зачем самолеты? Кто-то написал ржавые. Никакие они не ржавые.
настоящие самолеты. Так что вот так. Опа. И это все. Влюбленная пара. Да, конечно, от Дейла я не ожидала, что он такой хулиган. Боевой настрой. Ой, свою девушку облизывает, ухаживает. Все, пошли. Идите уже. Вон, за елками там чубчик виден только белый. Да, за ними, конечно, интересно очень наблюдать. Ой, ой, вот эта мордаха. Зачарованная. Ой, посмотрите. Ха-ха, я не могу. Ой, ты... Руку поменяю. Красивые, конечно, красивые. Ну, хулиганы. А девочка провокаторша. Травку кушает. Представляете? Ой, потеряла. Видите, солнце светит. Вот они, извините. Что за мадам такая? Надо будет у Ксении Павловой спросить. Она у нас специалист по львам. Любительница львов, любит очень. В общем, здесь любовь. Такое утро в парке Львов-Тайган.